Напомню, 28 августа торговую галерею в центре Сочи заволокло дымом. Как выяснилось, неизвестный мужчина возле одного из магазинов бросил дымовую шашку. Очевидцы описали внешность злоумышленника, на основании чего была составлена ориентировка. При изучении записей с камер видеонаблюдения удалось установить, что подозреваемый скрылся на мопеде. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 33-летнего жителя Белореченского района. В отделе полиции мужчина объяснил, что играл в карты в компании малознакомых людей и проиграл им деньги. Поскольку указанной суммой не располагал, ему предложили бросить дымовую шашку в центре города в качестве погашения долга. В настоящее время в отношении мужчины составлен административный материал по мелкому хулиганству и вынесено решение суда об аресте на 15 суток.